пионеров и школьников из стран народной демократии. Так же, как и советские ребята, они помогают старшим строить в своих странах новую счастливую жизнь. Пионерский отряд китайской деревни Сяотун часто можно увидеть на полях производственного кооператива. Дружно идет работа и очень радостно, когда труд закончен. Доволен и китайский крестьянин. Хорошие, трудолюбивые растут помощники.